каждого фильма есть свой трейлер, у каждой тренировки есть своя зарядка. Сегодня мы вам покажем свой фитнес-трейлер в программе Sport Up. Я ваш фитнес-тренер Мария и мой чудесный коллега Дмитрий. Для этого мы с вами дальше опускаемся на коврики и будем активно разогревать наши мышцы. Ножки фиксируем на носочек и отрываем колени, тянем к носику, так, чтобы таз у вас подкручивался. Отрываем от коврика, подкручиваем. В данный момент у вас работает нижний пресс. И вместе 8 повторений, 7, 6, 5, 4, больше усилия, 3, 2, на себя ножки. И внимание, один остались носочки на коврике. Руки отводим за голову, добавляем вдох и выдох, касаемся на уровне пяточек. Пяточки коврика прижаты. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Почувствуйте каждый свой кубик. Делайте больше выдох. Можно вспомнить то количество сладкого, которое, возможно, было у кого-то лишнее. Усилить нагрузку. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 и внимание. Один, потянуться, потянуться. Жать животик, максимальная верхняя точка. Тут также улыбаемся и держим. Работают мышцы кора. Чувствуете живот? 3, 2, внимание. Один. Одну ножку выпрямляем. Ручка под углом, ножка в угол. С выдохом короткие сжимания на выдохе. Одна ножка, одна ручка. Все, у нас правая сторона. Мы сжимаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, жать. 2, внимание, держать. Держим, держим, держим. Очень крутое, очень горячее упражнение. 4, 3, 2, 1. Смена. Поехали. Вторая сторона на выдох. На выдохе. Жим. Активней. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Идеально подержали. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Ножки опускаем. Наша правая ножка осталась под углом. Левая ножка работает. Прямая нога. Сразу внимание на технику. Носки мы натянули на себя. Сделали уже жесткое, красивое бедро. И поехали. Нога под углом 90 градусов на себя. И мы возвращаемся обратно. У нас вдох до угла правильного. Важно, чтобы ваши пятки не падали вниз. И возвращаемся на выдохе назад. Хоп. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вы почувствуете такую хорошую комбинированную нагрузочку. У вас работает нижний пресс, у вас работает передние бедро, плюс активно, также стопы включаются в работу, чувствуем напряжение вместе с нами. 8, 7, 6, 5, внимание, 4, 3, 2, и мы остаемся внизу. Натянули носочек еще больше, сжимайте область над коленом, чувствуйте мышцы, просто дышите, наслаждайтесь. Такая минутка спокойствия. 4, 3, 2, 1. Пружинка. Поехали пружинить. И причем тут наш носочек смотрит вверх, в потолок. Пружиним, пружиним активно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Остались. Я вижу, что некоторые из вас так и продолжают лежать на диване, но это волшебное упражнение, которое вы можете выполнять лежа на диване. Ножку в угол, вторую выпрямили и поехали вместе. Усилили нагрузку. Результат будет идеальным. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и внимание. 3 пружинки и колено на себя. 1, 2, 3 и 4. 3. 2, 1, 3, 2, 1.
думал, что можно лежа на диване такое делать. Знаешь, что-то лежит, кушает кусок колбасы, бутербродик такой с сыром и делает ножкой. Упражнения. Сразу калории попали, калории сжигаются. Мы напоминаем о здоровом питании, да? В первой половине дня вы кушаете больше углеводов, во второй половине дня у нас с вами белок, клетчатка и все самое-самое полезное. Осталось 3, 2 и 1. Оп, ровненькая ножка. 3, 2, 1. Смена. Поехали, поменяли ножку. Правая ножка наша на себя. Колено и выпрямили. Колено и выпрямили. Хорошо. Угу. Еще. Я вижу, уже бутерброд с колбасой отставили в сторону. Включили в работу вторую ножку. Еще все вместе. У нас все получится, потому что мы никогда не сдаемся. Никогда не сдаемся. Мотивация, она внутри. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Держим. Снова спокойствие, тишина. Куда пятка падает на коврик? Нельзя. Держим верхнюю ножку и дышим. Давайте друг друга поддерживать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Поехали, пружинить. Хорошая пружинка. Еще, еще. Супер. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Держим. Я знаю, у многих из вас сейчас начинают дрожать мышцы. Вы держите идеально ровную ножку, а ножка дрожит. Так вот, это все ваши лишние калории начинают бояться. Им становится страшно, и они от страха дрожат. Еще немножко, и они начнут убегать от вас. Они вам не нужны. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Пружинки. Раз, два, три. У-ху. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Камон. Раз, два, три. Диван такого еще не видел. Однозначно. Можно прям целый день лежать на диване и не переживать. Только делать такие упражнения. Как вариант, вы можете разогреться во время пробежки вокруг холодильника с куском колбасы. А потом приступить к тренировке на диване. Совсем немножко остается, да? Но нужно дожать, нужно доработать. Оп. 3, 2, 1, еще один. 3, 2, 1. Вау! Держим. Держим, держим. Напряжение растет, увеличивается. Чувствуете, как повышается ваша температура. Горят, горят, горят мышцы. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Идеально. Расслабляем. Дальше нам нужно ножки потянуть. Мы опускаемся с вами на бочок. Ручку опускаем. Вытяжением. Нижняя нога осталась прямая, верхняя ножка под углом, и мы прижимаем пятку к ягодицам. Хорошее вытяжение. Старайтесь ножки обе вместе соединить. Чувствуете, как растягивается переднее бедро. 4, 3, 2, 1. Выпрямляем вес на ручку, плавный подъем. Внимание, смена ножки. Опускаемся на вторую ножку. Прижимаем пяточку к ягодицам. И потянулись. Ножки друг на дружку. Вытяжение. 4, 3, 2 и 1. Класс. Выпрямили, возвращаемся через центр. Отличная тренировка. Я думаю, у вас все получилось. Правда? Однозначно. Спасибо вам за заряд энергии и за бодрость.